Всем привет! Это канал «Слово пацана». И сегодня у нас ролик, который для нас очень много чего значит, на самом деле. У нас сегодня, по сути, будет ну, такое вручение, что ли. Че телефон? Ну, звони, возьми. У нас сегодня вручение такого вот дома, который сейчас еще совершенно в стадии разбора. Но, поверьте, уже в этом выпуске он будет преображен максимально и внешне. И самое главное, внутри. Внутри будет все пригодно для жизни, потому что здесь живут ребята, здесь живут два мальчика, 8 и 9 лет. Такие деревенские ребята, которые мы встретили когда-то на дороге, проезжая здесь мимо просто это село. И сейчас у нас в планах просто изменить таким образом их ауру, их окружение. Перегородку ставим мы ее или нет? Давай пойдем посмотрим, решим. Пошли. Пойдемте. Сразу принимать все основные решения, потому что приняв эти решения сейчас, мы по сути уже сделаем... Все, короче говоря, здесь был полный трэш. Сейчас здесь тоже трэш, только трэш уже ремонтный. Балка стояла, чтобы нам убрать было эту балку, надо было все в этот кусок разобрать. Поставим доски новые, вот здесь полностью. Вот начал заниматься демонтажом окна в прихожке. Вот как оно выглядит. Окна поставили, пол практически сделали, вот. Начали делать вторую комнату. Здесь тоже обшили, перегородки нету, но это временно. Так, ну чё, какую перегородку? Вот здесь. Сам. А вопрос, а зачем ты её сломал? А, она была неровная, она вся шаталась. Понятно. Короче, это очень важно сказать. Когда мы изначально договорились с Колей о работах здесь, мы вот про это помещение, где я сейчас стою, мы вообще не говорили. Просто дом не принадлежит этим людям, они здесь живут. Ну, хотя они здесь, наверное, долго еще будут жить, так или иначе. После они уже 6 лет тут живут, у них сгорел дом в этой семье. И вот это их такое жилье, которое им выдали. В общем, мы думали просто сделать эту комнату, где, по сути, ночуют дети. Но Коля провел инициативу и перешел вот в это помещение. Здесь тоже все вообще просто перекручил, переломал. Перегородки, я думаю, что делать не нужно. Здесь была какая-то перегородка. Мне кажется, она сжирает здесь пространство. Мы постараемся, типа, обойтись без нее. Кстати говоря, смотрите, печка тоже делала. Это тоже не было запланировано. С печкой были небольшие проблемы. Она вроде как дымила, да, что-то сказали? Короче, когда она дымила, плюс вот эта вот варочная вот эта поверхность была... сломано. Обшиваются стены. Здесь, короче, проблем в этом доме хватает, потому что он изначально весь супер кривой. Супер кривой был. И давайте так, до фанатизма, до идеала здесь доводить не то, что невозможно, или там мы не хотим, нельзя, потому что если мы даже там углы будем выравнивать, вот этот вот домик, который даже мне тут, ну маленький сам по себе, он тогда совсем станет еще меньше. Мы что сделали? Мы немножко выровняли пол. Где-то. И у нас это получилось сделать. Сейчас выравниваем стены, потому что они были вот такие вот. И углы, но, наверное, углы уже не поймаем, потому что если будем ловить углы, просто площадь помещения сократится. Но самое главное, сделать так, чтобы здесь было, во-первых, чисто и светло, потому что это давящая атмосфера, так себе. Здесь еще, когда мы в прошлый раз зашли, мы просто ужаснулись, потому что дети нам показали, как они спят.
вот ту мебель, которую им дали после пожара, то они и спят. Ну или там какая была в этом доме еще оставалась. Там один из мальчиков вообще спал на кресле, вот такой вот, как в гамаке, по сути. Вот так спишь? Вот так? Не вот... Голова у тебя где обычно? Здесь. Че, серьезно? Правда. Ну, окна хорошо поставили, новые сюда. Сделаем максимально, чтобы здесь было тепло. Откосы все потом поставим. А еще мы, кстати, обновили дом. Теперь он выглядит иначе. Ну что ж, уже можно сказать, я думаю, уже можно это сказать, что, по сути, ремонт в этом доме завершен, ну, наверное, на 99%, там 98% осталось, буквально совсем чуть-чуть последней доделки. Кто делал ремонты, знает, насколько это трудно, насколько это выматывает, сколько затрачивается сил и средств. И вот силы восстановить нелегко. Но что касается затрат, то здесь все гораздо проще. Особенно с картой Тинькофф Платинум, с которой можно не только сэкономить, но даже заработать. Сейчас расскажу как. Вот домик, который мы построили. По сути, это строительные материалы, покупая которые, можно получить столько кэшбэка, что за месяц он перекроет стоимость обслуживания и даже останется. И этот остаток можно потратить, например, на коммунальные услуги, на поход в ресторан, на что-нибудь еще. Итак, кэшбэк до 30%, кредитный лимит до 700 тысяч рублей, рассрочка 0% до 12 месяцев на любые покупки и до 120 дней без процентов на погашение других кредитов. А еще бесплатные переводы до 50 тысяч рублей в месяц на карты любых банков. Причем можно перевести даже деньги на дебетовую карту и снять наличные. Для всего этого понадобится только паспорт и одна минута времени. Доставка карты возможна прямо в день обращения. Пользуйтесь всеми преимуществами Тинькофф Платинум, оформив карту ниже под этим роликом по ссылке в описании. А мы сейчас отправляемся за очень-очень важной покупкой в магазин бытовой техники. У нас есть одна идейка, как сделать это прикольно. Погнали! Так, мы пришли за важнейшими покупками. И нам нужен холодильник. Но для того, чтобы выбрать хороший, нам нужен хороший консультант. Здравствуйте! А почему вы психолог? Я психолог, потому что для техники это нужна тонкость. Нам бы холодильничек выбрать бы. Ну вот, не знаю, вот у меня вот эта сумма приемлемая, если вам какой-то там в деревне, да? Вот. Вы нам по качествам подскажите. По качеству. Хорошо, что? Очень мне нравится индезит. Делюкс. Дех, короче. А слово вздыхает, он дышит, все хорошо. По параметрам, что вам сказать? Можете все, что угодно тут заморозить. Ну, кстати, регулятор у нас находится не сверху, как вам говорили, а вот здесь вот. Берем это? Берем? Да, с черным элементом. Сергей, а вы нам скидочку какую-то можете сделать? Личную? Скидочку? Ну, мы сейчас посмотрим. Видите, не отвлекайте, мне еще отработать. Вы покупаете? Да, берем, все. Берем. Давайте его, пожалуйста, нам упаковываете. Или там узнавайте ваших коллег, скажите, что вы продали холодильник и просите. Все, хорошо, а еще плитку нам нужно, двухкомфорочную. А плита вам как нужна? С покрытием? Дисковым, либо с... Я думаю, дисковым. Дисковым давай. Дисковым, да? Это цвет более... белый лучше. Я считаю, что белый правильно. Смотрите, думайте и мне скажете. Здравствуйте. Вам что-то подсказать? Смотрю. Ага, хорошо. Это вот блендер, да, вы хотите? Я? Да. Нет. По ценовой политике вот за 2000-1700, мне кажется, потому что если вы берете подороже, то да, смысла нет, и фирма требует свой определенный за бренд еще дополнительная оплата. Вот, а так, чтобы был такой средненький, чтобы все вбивал, бетон, кирпичи, да. Вот блендер продает, говорит, может, и все сбить, кирпичи, бетон. Тут мужик вообще ничего не понимает. Так, уже требуют коробочки. А где они? Мои рабочие. Это что за дурдом? Уже коробочку нашли. Все отлично. Эти работники тебе не мешают. Психолог говорит, коробочку нашли. Да, все. Отлично. Давайте с вами, да. Просторная.
просторная. Можно и кабана, и корову зажарить, и потушить. Все, все. И роту куриц повесить. Все. Я вас поздравляю с покупочкой. Спасибо. Вот я вас поздравляю. Вам осталось прийти, принести денежку и оплатить как скромным порядочным человеком. Всего хорошего. Еще есть место? Да, еще нужно. Я думаю, что еще нужно. А что-то сегодня раз. Спасибо. Есть там еще? Поздравляю вас, покупку тоже. Все. Хорошо, все, продал. Да. Иди работай дальше. Да, он вам еще продал там. Он там блендер вам продал. Вы слово пацана, да? Да. Сфоткаться можно с вами? Конечно. Так. Так, как сделать? Два мужа. Альтон, ты. Можно шутку встать, чтобы. Давай, Серег, вообще, заканчивай. Я думаю, увидим. Давай, все. Все. Кайф. Успехов. Все, да, пока. Правильные зарплаты. Будете платить, обращайтесь. Да, он все разрулит. Па-па-па-па-пам! Сергей, консультант, спасибо, что вы с нами. Продолжили этот путь и сейчас будете помогать нам с доставкой прямо до самого-самого места. Вот мангальную еще решеточку, да, заодно мы где-то подцепили. Почему мы должны держать холодильник, пока Тим все убирает? Тим, может быстрее, пожалуйста? Я тороплюсь. У меня тут соскакивается. Тебе надо поближе, подойди, у тебя ключ в кармане. Я двумя руками держу. У тебя в кармане ключ, он не закрывает. О, все, идите. Серега! Жесть какая-то. Серег, поставь его, он тяжеленный. Он его просто развернул. Стой, все, вот так. Да? Наоборот, наоборот. Короче, здесь у нас еще продолжаются последние доделки. Все, просто здесь все накидываются на разные вещи. Уже прям чуть-чуть осталось, да? Прям чуточку осталось. Это результат всех трудов, вложенных сил сюда за последнее время, которое было. Но холодильник мы купили вообще зачетно. Это было круто. Сереге, вот этому консультанту-психологу спасибо. Он нам прям, у нас прям хороший выбор, кстати. Я старался. У нас там вот за моей спиной дом, тот самый, с которым мы на самом деле, ой, вы бы даже знали, вы даже не представляете, что было за кадром все это время. Это сложнейшая история оказалась. Мы думали, что так простенько отделаемся, там типа покрасим и все. Нет, здесь получилось очень сложно. Вот люди, которые стоят сзади, это... Благодаря им? Ну да, Коля правильно говорит, благодаря им в итоге все получилось на самом деле. Наши зрители подключились. Ну, вот такие же, как вы, только вот, которые здесь оказались просто в этом регионе. Удивительно, что мы вот... Парня, я... Как тебя зовут? Вова. Вова. Вы встретили здесь в магазине? Можно будет с вами сфотографироваться? Конечно, давай. Сейчас пацан придет, фоткает. Круто, что смотрите, очень приятно. У меня дядька постоянно. Когда там уже новые видео выйдут. Кайф. Спасибо. Удачи вам. Да, пока. Давайте. Пока, спасибо. А потом сегодня мы приезжаем, я смотрю, он тут же находится. Вечером выпуск вышел, я посмотрел, я знаю, где это есть. Написал в Телеграме в поддержку там или куда. Ага. Мне с утра позвонили, ну съезди и спроси, может, помощь какая нужна. Я приехал. Круто. И началась работа. Короче, было реально непросто. И большущее спасибо всем, кто так или иначе принимал в этом участие. И вот этим людям, и многим, кто остался за кадром. И сейчас, наверное, самое время зайти в дом, посмотреть в итоге, что там получилось, что вообще ребята сделали. Пойдем? Пойдем. Увлечение? Пойдем. Так. Ну что, зайдем посмотрим. Thank you.
оказались внутри. Надо понимать, что этот дом, этот объект, это вообще история компромиссов. Здесь одно цепляется в другое, и что-то мы вообще не ожидали, вот честно. Мы думали изначально, что будет все иначе. А в итоге, но тем не менее, вообще нисколько не жалеем. Вот у нас на самом деле главный виновник. Почему торжества и всего вот этого, в хорошем смысле, виновник. На самом деле, действительно, это самый главный виновник того, что у нас сдвинулись сроки, все это растянулось, но лишь, хочу подчеркнуть, по причине того, что Коля не стал ограничиваться тем, что мы изначально задумали, а действительно решил сделать все хорошо. Здесь нормально, обратите внимание, мы взяли плитку, которая уже теперь безопасная, печка отреставрирована, и сюда приходил печник, который в итоге сделал все ее лучше. Смотрите, какая светлая получилась комната, я сейчас здесь нахожусь, вообще это просто другой мир. Как здесь было до этого? Темно, и как теперь здесь светло? В этом доме реально приятно находиться. Здесь у нас комод для хранения вещей. Я думаю, что продукты уже можно здесь не хранить теперь. Можно вещи хранить, теперь вещи появились. Здесь кровать для мамы. И, собственно говоря, у нас вообще еще важнейший элемент, вот здесь вот за моей спиной, стоит радиатор, нормальный обогреватель. Помните, какой он был до этого? Такой как бы обогреватель, да? Да. Весь с оголенными проводами, я еще не представляю, как так возможно. А что здесь вообще по электрике типа было? Вот общее состояние. Общее состояние электрики было вообще ужасное. Не дай бог, любое напряжение, любое что-нибудь. И тем более, тут еще была уникальная плитка. Такая, ну, кстати, мы на ней еще сами готовили. Но ничего, зато хорошо было, весело. А так, в общем, мы постарались максимально убрать электрику, чтобы не было видно. Кстати, этот объект юбилейный. Пятый, кстати говоря, юбилейный, реально. Молодец, да, потому что у нас уже... Мне очень нравится с вами работать. Честно? Честно. А то, что ты за кадром на нас все время рычишь, а мы на тебя... Нет, это рабочий момент, это нормально. Коля все время приходит на помощь действительно в трудных объектах. И, наверное, самое время, пока еще не началось все самое кульминационное наше действие, да, вручение всего этого, по сути, жильцам, обратно. Нужно сказать все-таки про Колю очень важные слова. От всей души искренне тебе большущее спасибо за то, что ты здесь взялся со всем своим рвением, со всем своим профессионализмом и, ну, справился там, где все другие вот таких объектов, где все другие отказываются. Мы, как всегда, это сделаем с большим удовольствием. Ниже под этим роликом мы оставим ссылку на Колю. Ну, можешь пару слов сказать о себе вообще, чем и где ты занимаешься? Не, мы занимаемся ремонтами квартир, офисов и работаем с физическими и с юридическими лицами. Со всеми. Ну и берем нестандартное решение, как у Романа. Да, так что компания у тебя НСУ. НСУ.ру. НСУ.ру. По ссылке в описании. НСУ.ру. Любой заказ я беру. Я тебе слоган сейчас придумал. Вообще здорово же, ну согласись, классно. Да. Все. НСУ.ру. Любой заказ я беру. Вот что у вас там происходит? Серег! Как шимпанзе. Ты не хочешь остаться здесь еще? На пару дней, в деревне? На деревне пару дней? А что, здорово, раздолье, хорошо же, а? Ну что ж, а теперь на самом деле настало время для самого кульминационного и важного момента. Мы сейчас поедем за пацанятами забирать их сюда. Они вообще не представляют, как в итоге здесь все стало. Они даже не догадываются про уличный домик, вообще ничего про это не знают. Просто то, что здесь случилось сейчас и получилось, это максимальный сюрприз для них. Единственное, конечно, они понимают, что тут что-то делают в плане ремонта, но визуально, я уверен, они себе даже такое и не предполагают. А перед тем, как мы поедем, мы сейчас перекусим, чтобы уже со свежими силами приступать к этому важнейшему и самому главному моменту этого ролика.
вкуснотища. Да. Папа действительно может. А что так мало? Давай еще. Я еще сейчас нарежу, без проблем. Давай. Просто я уже ем, понимаешь, не могу. Руки заняты. Честно говоря, небольшое волнение присутствует. Действительно важнейший момент, который сейчас предстоит. У нас уже немножко вечереет, кстати говоря. Но должны успеть засветло. Здесь прям все уж близко. И даже немножко грустно, что такая история с пацанятами сейчас пока что завершается. Вот один. А где остальные-то все? ОМОН они стоят. Он побежал нам специально навстречу. Ты решил самый первый, да, прибежать к нам? Да. Привет. Ну что, домой едем? Да. Привет. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, домой? Да, домой. Поехали. Хочется? Да, соскучились. Секунду. Только на меня смотреть. Только на меня. Пока не выходи, подожди. Подожди. Не поворачивайся. Ты что поворачиваешься? Смотрите все на Диму. Вы, наверное, выходите, но не смотрите. Сюда пока выходите. Да, выходите тоже. Подарочек вам, ребятки, со смыслом. Общий, один на двоих. Ну, пойдемте. О! Что увидели? Я увидел дом покрашен. Дом покрашен, беседка стоит типа того. Это не беседка. Это не беседка. Это ваш домик. Это ворота. В котором можно играть, как база ваша новая. Так, футболян? А? Ух ты какой! Хитрец! Давай мне! Сейчас гол будет вам! Давай! Стоп, не подходить. Предлагаю сыграть в игру. Значит, если вы попадаете мячом в кольцо, то мы... Ну, вот что... то мы заходим в дом. Если не попадаете, то не заходим. Договорились? Так, сначала Толя. Толя старший. Ну-ка. Да ну вообще! Ты что, сразу попал? Давай, только ты не сильно кидай. Да ну! Да ну! Ай, дружище! Поприседай или попрыгай на пяточках. Важный ответственный момент. Действительно долго к этому шли. 7 дней вас не было дома. Да, уже соскучились. Я могу. Уже соскучились. Вообще классно. Ой, вообще. Я дома. Я даже дома узнаю свой. Вообще как класс. Классно. Вообще красиво. Помните, как вы тут жили? Да, плохо. Изменилось? Да, очень. Даже холодильник есть. Ну, представляешь. Видел. Там вообще перегородка была, смотри, там теперь кухонька у вас. Вообще кухня какая-то, о, вообще. Я даже не узнаю свой дом. Смотри, печка по-другому сделана. Печку починили, она у вас была не очень. А что, это другая печка? А, нет, это ваша печка, только она отреставрирована. Здесь заменены кирпичи, здесь заменена вот эта вот металлическая штука. И она заново покрашена, побелена. Так что вот так вот. Смотрите, у вас теперь стол есть. Вообще. Кто там? Кто?
Кто там? Можно? Да. Да, да, да. Заходи. Здравствуйте. Привет. Вот и Коля. Здравствуй. Ну как вам? Коля здесь все делал. Его руками и руками его помощников. Пожалуйста. Здесь как делался вас? Коля. Нормально, общем... хорошо. Очень хорошо. Спасибо, Ром. Да, не за что. Нам было приятно это все сделать. И вы очень переживали все это время, пока... Ты, ну я за кошку расстраивалась. Ты кошку мою кормил. Кошка он ее тут... съел. Да. Шутка, кошка ребята, тут, шутка. Она со мной спала здесь, кормили, так что все нормально. Где-то тут бегает. Я вот здесь. Вау. Смотрите, вы поняли, да? У вас у каждого теперь есть свое место, где вам делать уроки. Это моя. О, хорошо, что здесь хоть не подрались. Сразу определились. Это я не знаю, что это был. Это канцелярский степлер. Обратите внимание, помните ваш тен? Вот вам новый тен. По-моему, более безопасно выглядит, да? Это плитка. Ну, была просто у вас какая-то очень аварийная. Ну что ж, вот такой вот финал этой истории получился. А история началась у нас когда? Еще осенью, когда мы вас встретили с великами, да, помните ту историю? И вот сейчас эта история завершается здесь, прямо сейчас. У нас получилось сделать вот такой вот дом. Ребята уже не могут тут стоять, не хотят бежать. Идите все, бегите, отдыхайте, кайфуйте. У них там все, у них там своя жизнь, свой домик, ворота, мяч. Просто все детство деревенское. И в этом прелесть. И нам очень здорово испытывать эти чувства, что у нас получилось делать значительно больше, чем мы изначально планировали, задумывали. Очень важно сказать, что в этой истории приняли участие много людей. Коля, конечно, наш... просто спаситель, и тебе еще раз спасибо. Пожалуйста, там вон, еще вот там идут те самые люди. И большущее спасибо зрителям канала, спонсорам канала. Именно благодаря вам мы смогли сюда погрузиться и сделать здесь все значительно лучше, чем изначально и планировали. Спасибо большое. Поддержать наш канал можно. Эту историю, такого же рода истории, ниже под роликом будет ссылка на сервис Boosty и также реквизиты, где вы можете принять участие в наших историях подобных. И поддержит таким образом наш канал. Всем спасибо, ребята. Все, вы вот эти дети. Ой, Наталья, вот те самые люди, которые Коле помогали. Здесь очень спасибо много людей. Спасибо большое вам. Все объединились, кто чем мог. Кто обои клеил, кто убирался, кто мебель собирал. Все это сделано, ну, в первую очередь, ради детишек, ради вашей семьи. И, в общем, мне кажется, что в итоге получилось. Я тоже не могу уже, все, я не могу сдерживаться. Нет, все. Ой, Коля вступился. Почему вы стоите все? Тихо, аккуратней, Коля. Нет. Ну, конечно, сейчас. Ай! Не получится. Я бы хотел бы остаться, поиграть еще немного. Футболян. Но просто нам уже нужно ехать. Нам уже нужно двигаться дальше. Давай, быстрее. Серег, иди сюда. Давай. Консультант. Что это тут такое? Смотри, тут что-то такое у тебя. Буквы отклеились. Руки поднимай вверх. Руки поднимай. Вот. Так, Ром, тебе нужно придержать. Давай. Так. Руки вверх, Серег. А, вот так вот. Погнал. Давай еще пару оборотов. Во. Ты чуть не обтянул. Дай ему еще вот так, продень его. А? Неровно? Ну нормально. А что написано, смотри. Все так.